Сертификатная контора. Я самый непьющий из всех мужиков. Во мне есть моральная сила. И наша семья большинством голосов, снабдив меня списком на 8 листов, в столицу меня снарядила. Значит, чтобы я привез нахе с ейным мужем под дахе, чтоб брату с бабой кофе растворим, и двум невесткам по ковру, и зятю черную икру, тестю что-нибудь армянского разлива. Я ранен, контужен, я малость боюсь забыть, что кому по порядку. Я список вещей заучил наизусть, а деньги зашил за подкладку. Ну, знаешь, брату две дахи, сестрин муж, я мудухи. Тесть сказал, давай бери, что попадется, двум невесткам по ковру, зятю заячью икру. Тесть водки литра два, пущай зальется. Я тыкался в спины, блуждал по ногам, шел грудью плащам и рубахам, чтоб список вещей не достался врагам. Его проглотил я без страха, но помню шубу бросить, брат, хумус с бабой все подряд. Тесть сказать, давай, тесть водки ереванского разливу. Двум невесткам по ковру, зятю беличью нору, а сестре плевать чего, но чтоб красиво. Да что ж мне пустым возвращаться назад, но вот я набрел на товары. Какая валюта у вас, говорят? Небось, говорю, не доллары, даже растворимы мне махры. Зять подохнет без икры, тесть умол даешь духи для похмелки. Двум невесткам все равно, мужу сестрину вино, ну а мне вот это желтые в тарелке. И помню про фунты, про стервенье слов, сраженный ужасный загадкой. Зачем я тогда проливал свою кровь? Зачем ел тот список на 8 листов? Зачем мне рубли за подкладкой? Ну где же все ж взять таху? Взять у кофе на меху? Здесь у вот хрен, а кум и пивом обойдется. Также взять коньяк в пуху, растворимую сноху. Ну а брат и самохоном перебьется.